Дорогие друзья, готовим безе в духовочке. Для этого миксером тщательно взбиваем белки с сахаром и добавим немножечко лимонного сока и кукурузного крахмала чуть-чуть. Так, смотрите, друзья, все, что вы видели на столе, отлично взбилось миксером. Крахмал и лимонный сок в самом конце я добавляла. И выкладываем на листик. Так, смотрите, друзья, отсадили из бумажного кулечка, самый обыкновенный из бумаги для выпечки. И отправляем в духовку 120 градусов на полчасика. Ну вот, полюбуйтесь, друзья, полчаса, безе готово. Всем счастливо, всем пока!